Вот вещей тут целый склад. Только где ж сертификат? Деревенские детишки все прививки вносят в книжки. Вот еще, сказала мама, устаревшая программа. Мы читаем интернет, где найдем любой ответ. По двору ребята гуляют, от болезни их прививают. Не боимся мы бактерий, в профилактику мы верим. Я тоже хочу погулять. Как же ты пойдешь погулять? Без прививок можно захворать. А вот я пойду подгулять. Ничего не надо запрещать мне. А микробы тут как тут, своего часа только ждут. Надо прививаться, чтобы каждый был здоров. Чтобы не было работы у сестер и докторов. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, помните, что от вашей позиции зависит жизнь, здоровье, благополучие и безопасность ваших детей. Большинство детских инфекционных заболеваний можно предотвратить с помощью прививок в рамках национального календаря, применяемых на территории Российской Федерации. Только от вас зависит здоровье вашего ребенка. Делайте прививки в рамках национального календаря.